Мы дома. Узнаете здание? Так, я сейчас пока спешу показать, пока все равно же все интересно будет спрашивать, что привезла с Анапы. Не так много было просто финансов на все эти, на эти подарки себе даже. Вот. Так бы, конечно, побольше купила. Такие вот две коробочки Рахат Лукум. Вот, приобрела я в холодильнике, держу, надо будет отдать на подарок. Я такие как бы вроде как не ем. Но помню с детства, что я, мне не нравятся. Что они мне не нравятся, помню. Пью вот воду с регидроном. Так. Что у меня тут в пакете? Это брату двоюродному жене она покупила мыло. Ну, так скажем, чисто символически, да? Чисто символически. Там было с именами. Ее Маша зовут, не знаешь, кому. Марии брат или брата Сергей. Как-то брату, наверное, это не особо интересно. Вы знаете, я его нюхаю, и вот она пахнет каким-то одеколоном мужским. Что за ароматизация? Также им краснодарский чай взяла. Я же говорю, все от финансов смотрела. Если бы финансы были побольше, то, конечно, я бы и подарки как-то побольше. Презенты, скажем так, привезла. Так, себе, знаете, там такой есть магазинчик. Все по 20 рублей. Я купила себе вот такого типа ободка с бантиком. Даже какой-то блеск есть. Я уже, блески, в смысле, я их уже постирала. Потому что я все эти дела не люблю. Я люблю стирать. Или после, когда травишься вообще. Такая резинка. Здесь так, как его, такие железочки алюминиевые, да, наверное. И вот там, видите, стоят зайкины. Это такая штучка, она завязывается. Наверное, вы ее на мне будете видеть уже потом во влогах, потому что мне как-то понравилось. Я пожалела, что я не купила еще одну. Все-таки 20 рублей это дешево. И одна у меня на голове. Вот я ее снимаю. И смотрите, она очень похожа. Оказывается. Оказалось, что они очень похожи. Здесь тоже бантик. Вот с бантиком мне очень нравится. Из магнитиков не стала я набирать. Бардак, я считаю, что это. А Брау Дюрсо взяла лишь только потому, что мне понравились. Ну, бутылочки эти винные. В детстве я очень любила всякую мебель для кукол, да. Вот, посуда. Как представили, что если бы сейчас я в куклу Барби играла, это бы у меня не стояло на столе. Просто супер. Ну и Анапа. Мы ездили в Анапу. И Анапа вот такой вот взяла. Тут песочек какой-то ездит. Вот. Вот такой штурвал, как его. Люблю всякие вот эти статуэтки. Купила все-таки я себе вот эту девочку. Выбрала их. Там они разные, их много. Сверху она несет фрукты. Банан, что-то там, наверное, яблоки типа того. Такая разноцветная. Разные, там есть по две, есть у нас с парнем, есть у нас с подружкой, то есть да, там есть большие, по 850 рублей, по 1000 чем-то. Ну, вот я взялась, моя рука, в общем-то, у меня кисть руки небольшая, жопа выпирает на нее. Все мне нравится. Далее, в чайном магазине взяла себе фундук, орехи фундука. Вот упакованы еще. Попробуем. Дальше в этом же магазине, значит, лаванда. Где она, лаванда? А, вот лаванда. Это я себе саше ароматическое взяла. Для белья. Действительно пахнет. Даже как-то сыпется. А вот сыпаться не надо. Брюс. А, Брюс? Брюс. Брюс орёт, спать не дает. Приходим, корма нет. Сожрался. Так, это что у нас? Это роза чайная, крымская коллекция. Монастырские травы. Применяется для лечения многих недугов от болезни уха, горла, десен для, до расстройства пищеварения. Десен, как это? Горло, десен до расстройства пищеварения для укрепления иммунитета и при заболеваниях нервной системы. Известно, что аромат розы успокаивает нервы, способствует расслаблению. Для столовой ложки сырья на 200 мл кипятка. Десен до расстройства пищеварения. Вот она.
Так, это лаванда. Вот. Лечит ангину, головные боли, заболевания сердца, нервную систему, бессонницу. Лаванда. Горная лаванда. Так, дальше чай. Вообще, этот чай там был дорогой. Ну, во всяких был подарочных упаковках. А вот такой вот пакетизированный был. Что-то там сто с чем-то. Выросшим в Сочи. Вот Мацеста чай. Я этот чай не знаю, никогда не пила. Сто, сколько у меня здесь грамм-то? Мне надо купить нормальный чайник. 100 грамм тут. Нормальный чайник надо купить. Нормально заваривать чай. Так. Ну и еще себе такой чай взяла. Здесь отклеилась, оторвалась. Так она утонула. Этот чай вот такой краснодарский высший сорт. Черный чай. Энергия. Мята, малина, гинга, белоба. Гинга, белоба. Брюс, ну перестань. Стиральная машина. Надо когти постричь. Выращено в высокогорных плантациях, село Солох, аул, родина чая в России. Угу. Село Солох, аул. Ой, посмотрела пакетик, хотела. Эй, нельзя вот это трогать. Что такое? Ну-ну-ну. Бу-бу-бу-бу-бу. Балуется он. Так и знала, что моим тапкам новым придет трындец. Так, ну что, достанем? Давай, доставайся. Блин. Так, смотрим. Я уже как бы приоткрывала в отеле. Это, конечно, сбор еще тот. Вопрос другой. Откуда гинга белоба в Краснодарском крае? Мне вот интересует. Оно так заклеено. Это мята, походу, листья. Не знаю, травами пахнет. После черной чай с травами вот все высыпается уже. Не надо тут ничего сыпаться. Ну, я не одна покупала вот такого вида чаи. Так что, я не знаю, может быть, на подарки люди брали, конечно. Хрен знает, может, на себе. В магазине, где я купила резинки по 20 рублей, муж взял для прикола. За 20 рублей вот эту маску. Так, родителям, мужам я взяла, ну, тоже травы, специи, не знаю, что везти. Так, лаванду в саше взяла маме. И вот такой набор. Был бы второй, я бы себе сейчас купила. Вот. Сейчас кот балуется. Как, боже, какая шикарная коробочка. Это что-то с чем-то. Шкатулочка такая. Ну просто, просто классная. Классная, классная. Сейчас супер. Так, на кухне поставить. Тем более, подходит под мой интерьер. Кухня у меня коричневая. В общем, это специи. Специи. Приправа, да, универсальная. Для первых блюд, для шурпы. Для жаркого, для рыбы, для мяса, для шашлыка. А, запах-то какой. Вот. Фокусируется, ну, все вы поняли. Сама-то я на YouTube уже не раз видела. А, все это дело. Ну, вот. Так вот. Так, далее. Привезла я такие вот тапочки. Вот такие тапки. Надо тут полы мыть. Тапочки. Скороходы. Кот играется с бубонами. Я так и знала. Чувствую, что правильно я их одела, нет? Я думаю, стирать их или не стирать. Что-то они какие-то в кривкость. У меня у мужа, у мамы есть такие. Видать, она тоже с Черного моря привозила. Но они тонкие. Минус в чем? То, что они тонкие, а я не люблю тонкую подушку, как будто... Ходишь этот. Как будто ходишь босиком. Да, Брюс? Так, далее. Купила я себе такую сумку с
Сова, как мне тянет на сову, такие тут канатики классные, сова. Есть квадратные были, выбор был квадратный или вот такие закругленные. Выбрала закругленную, там разные были, по несколько сов я выбрала одну. Сзади синяя, замочек здесь, по-моему, один отдел. Я вот думаю, стирать это или нет. Да, один отдел, кармашек тут для мелочей, еще пакеты. Вот так вот. Так, еще платье, которое с Египта я привозила. Так, в том году, кто смотрел мои видео про Египет, про то, что я с Египта привозила, я привозила красное платье, вот такое же. Но оно мне сейчас маленькое, оно мне тогда было впритык. Я, в общем, его подарила племяннице мужа, крестнице его же. Вот. И себе вот, представляете, в Анапе они продаются, и не надо никуда ехать, никакой Египет. Вот, сколько ниток. Вот. Я купила себе, ну, дабы, чтобы сердце свое успокоить, что было. Это, конечно, такая, оно мне большевато, в руках особенно большевато. Ну, и ладно, пускай будет. Зато ничего не обтягивает. Сиськи небольшие. Так что вот еще одно приобретение. Одел это платье египетское, одел сумку и пошел на пляж. Никакого, видите, ни разреза, ничего нет. Это у меня фирма Sony какая-то. То у меня порвалась, я этикетку отрывала. Так что я уже постирала, она мокрая, сейчас буду сушить. Ну, кажется, вот это были все мои покупки. Из таких. То, что можно показать. Первые покупки после отдыха, после моря. Показываю. Помидоры 20 рублей. Так, что тут брус? Творожок. Три каши. Не знаю, что есть с отравлением. Это Nestlé. Не знаю, я такие не пробовала. Вообще такие каши не очень люблю. Но может от Nestlé понравится. Дальше. Молоко. Маленький пакетик. Гречку сделаю. А то у меня молоко постоянно пропадает. Еще чудо. Да, Брюс? Брюс! Потом творожок. Еще один. Дальше. Краски лета. Восточная смесь. Дальше. Краски лета. Это у нас картофель с лесными грибами. Это на ужин мужа. И гречка. Я, наверное, с гречкой смешаю вот это, чтобы блюдо больше получилось, на дольше хватило. И вместе с этим все смешаю. Ну, в смысле, этого поменьше, конечно. Не целый пакет-то. Так, еще кефир у меня есть, так как бифидобактерии. Маленький тоже взял пакет. Ну, в смысле, я не уверена, что я его буду пить. Не люблю вообще молочку. Кто залазит сюда, а? Так, огурцы. 31,45. Огурцы еще тоже 31 рубль. Дальше яблочки взяла, вот маленькие какие-то. Но это не российские, это иностранные какие-то. Тут вот так было написано. 40 рублей они вышли. Воду себе взяла. Сюда буду разбавлять регидрон. Вот Арсес 5. Бутылка удобна тем, что ее вот так легко брать. Удобно. Это у нас Архыз. Так, колбаса. Это уже на вершине. Это колбасный магазин. Мне нравится колбаса питерская. Пока понравилась. Сервелат питерский. Так, чаю. Дальше. Мыло Аура в ванную комнату. С ромашкой. Жидкое мыло с антибактериальным эффектом. Это 510. 510. В принципе, большой объем. Я пользуюсь кусковым, у меня лежит обычно кусковое мыло и всегда жидкое, потому что, чтобы смыть, например, запах дегтярного мыла, и чтобы, когда пересушены руки, я еще жидким пользуюсь. Так, вот такой вот. Мне нужен был шампунь, не такие, как я покупаю аптечные, они подсушивают волосы, а такой вот масс-маркет, который в магазинах любых продается, в супермаркетах, обычные шампуни. Вообще такой вот, кстати, на море классно брать, видите, маленький объем. Вот, в
подарок идет гель для душа, кажется. Если я не ошибаюсь. В общем, я взяла такой. Вообще, я хотела взять другой кремовый, чтобы после моря посмягчать волосы. Ну что, вот они мои покупки. Вершине я оставила 834 рубля, колбаса 250 рублей. Вот оно и получается. Пришли две посылки. Здесь, наверное, зайка должен был прийти, я выиграла в конкурсе. А вот здесь что, я не знаю. Ну и действительно, заяц. Упаковали, видите, как хорошо. Вот. Такого зайку я выиграла. Девочка, по-моему, делает сама. Такие мягкие игрушки. Так, ну подгузник мне прислали на обзор. С 7 килограмм до 18. Бэ уж. Зачем, непонятно. Вот так вот выглядит заяц. Прикольненький какой. Все, поставим его куда-нибудь, будем любоваться. Так что спасибо. Так, получила, конечно, я его, как сказать, с... Ну, как хорошо он здесь смотрится. С опозданием, потому что мы же были на море. Я все думала, мой друг его отправили уже. Ну, нет. Получила я, спасибо. Постараюсь найти канал этой девушки, так что приходите на ее канал. Проводятся вот такие конкурсы. Новая палата, новая больница. Вот моя тумбочка. КПП. Короче, это инфекционная больница города Ставрополя. С больницы где-то ушла в 5 часов. Вообще мне такое нельзя. Пирожные. Поставили диагноз иерсиниоз. Бактерия. По коробочке сама купила. В общем, это там уже вишневая тоже. Вот это точно моя должна быть. Вот это под вопросом. Красота. Вкусно. Да, кормят, конечно, тут не очень. Перловая каша, компот. Какая красота. Кошка. Меня выписали, я дома. Шла, ходила, гуляла. Этот нужно было купить. Этот кусачки. Мне вот эти вот нравятся с пружинкой фирмы, не знаю, Флоранс. Но, во всяком случае, раньше нормальные были. Что опять делаешь? Балуешься, что ли, а? Все, я тут же попутал. Приехали с моря, все попутанное было. Вот это херню я засыпаю порошок в стиральную машину. Пилочки я люблю вот такие, обычные, древние. Даже вот эта немножко она закругленная. Мне не нравится, когда закругленная. Я люблю прямые, ну ладно. Вы видите, на 75. Вот это 345. Не стала брать, как его зовут там, Зингер. Так, ну зашла в магнит. Вот сушки взяла с маком. Мне понравились. Я взяла петрушка, коту. Не знаю, что делать с хорьком. Думаю, может его продать, отдать. Так, укроп. Да, Брюс, это твое. Так, это у нас что? Творожная паста.
семечки Сухой Уокер, кефир, у меня со стулом проблемы, творожок чудо, кефир, потом Активия взяла, я обычно покупаю с черносливом, и два Актимель, вот. Там выбора не было, земляника и шиповник я взяла, там всего вот два, вот, в смысле, вот такой вид и был. Я его и взяла, выбирать было не с чего, и бананы. По-моему, все. Да, вот и бананы. А вот еще взяла попробовать, не пробовала никогда, что это. Киндер пингви малина. Внутри чем-то стоит она. Вот такая вот фигня. Ой, блёстика. Так, слабость на антибиотиках. Антибиотики принимаю, кишечная инфекция, надо убивать ее как-то. Вот сейчас кушать дам будешь? Что будешь? Вот это будешь? Ты будешь кушать? Он знает, он это любит. Сейчас еще Максу придется дать. Да, Брюсечка? Да, мой мальчик. Там мне еще подарок идет. Скоро получу там по почте. Да, сыночка. Сю-сю-сю, Брюс. А что ты у нас как-то по грязному полу ходишь? Брюс. Что у нас? Виноград? Ставропольский, не спрашивал. Наверное, наш. Да. На, заберешь его. Лепешка, лепешка кавказка. Зелень, вот. Бип. Брюс. Что ты тут проверяешь? Это все. Не тот, а это арбуз вообще стоит, его никто не ест. То есть ты хочешь съесть суп, потом на арбузе сидеть? Покупал зачем большой? Бекон, да, это? И питерский сервелат. Потом у нас тут вещи. Так себе. Не знаю, взяла попробовать постельное белье. Мне кажется, она опять полиняет и будет фигня. Эти штаны я взяла на дома ходить. До дома. Вот такие. И здесь зауженные. Вот. Какая-то шняга тут прошита не очень. Зауженную я не хотела, но других не было. В общем, вот такие розовые. И для дома еще вот такие зеленые. Вот. Две пары. О, здесь уже по-другому. Здесь уже не такой рисунок. Так что рисунки разные на самом деле. Дальше. Муж. Тапки новые. Так, это семечки. Полотенце вдвое взяла. Одно полотенце. Вот это такое. Как бы махровое. Такой красивый рисунок. Нежный. Но качество, конечно, так себе. Не развалится, не развалится. Здесь это все будет стираться. И тапочки тоже будут стираться. И одно такое вот для лица я как бы себе беру. Маленькое. Ванну вешать. Тоже махрово. Вот. Ага, иди давай. Ты чё, гля? Чё смешного? Азбука сна какая-то. Никак не могла выбрать рисунок. Гобелен. Трудом выбирали, очень выбрала вот это. Посмотрим качество, если устроит, то
будем покупать. Если нет, значит не будем покупать. Но, скорее всего, мне кажется, нет. Не, вообще красота просто. Но качество, конечно, не очень. Может, ну, разойтись там вот по шву. Да, ку-ку! Брюс! Так, в общем, красота. Красота неописуемая, красота неописуемая. Но она тонкая какая-то, тонковатая. Будем стирать и смотреть. Сижу такая, знаете ли, и этот, блин, и хочу кабачковую икру. Поперлась в магазине, стала мужа ждать. Помидоры взяла. Чеснок, я думаю, это хватит. Лук. Так, хлеб. Творожок. Вот это очень вкусное, понравилось мне. О, вообще вкуснятина. Поэтому я еще раз взяла. Ну, приправу к мясу взяла. Видите, ну, вы понимаете, у вас, наверное, так же. Сколько бы раз в магазине ходил, всегда что-нибудь найдется, что взять. Так, вот эта зелень тоже на баклажановую икру. Болгарский перец. Блин, не знаю, не маловато ли. Да мне пакет падает. Это что такое? Болгарский перец. Не маловато ли я его взяла? Побольше, но я его люблю. Соли у нас нету. Вот эта соль обычная. А вот это мы брали на море. Мне она не понравилась. Она какая-то, не знаю, беспонтовая вообще. Фу. Мне не нравится. Так, еще один творожок. Лавровый лист. Так, еще одна. Дальше морковку. В общем, морковку не обязательно ложить, да? Но я, наверное, положу. Так, сыр российский к чаю. Так, все, и сами баклажаны. Баклажаны, блин, конечно, были непригодного. Ой, непригодного, неприглядного вида. Это ж магнит, как всегда, у них все. Вот. Не знаю, тут по ценнику надо, по чеку надо смотреть. Не было пакетов, ни белых, ни желтых, но белые, они бы порвались, если бы не донесла. Желтых не было, пришлось брать вот такой пакет новый. Сумка-пакет, не знаю, 68 рублей, по-моему, что-то такое. Вот написано магнит, жопагнит. Но он-то понятно, что он крепкий. Так, ну... Думаю, переключу сейчас на снятие видео, буду готовить первый раз кабачковую икру. Но так захотелось. Ну, может быть, поснимаю, что еще остается делать. Да? Что, вот пришла мне посылка. Давайте откроем с вами. Что-то искала специальный ножик, не нашла. Вот. Ладно, сейчас. Ну что, смотрим. Упаковано. Нижний Новгород. С любовью все так упаковано. Люблю, когда хорошо упаковывают, потому что ничего не должно было разбиться. Но тут что-то вылетит, наверное, лак. Лак Spa Ritual. Вот. Розовый такой. Оттенок 88033. Вот. Чего он так мне это не фокусируется? Вот здесь, видимо, был. Дальше. Вот здесь. У меня как раз закончилась... Знаете что? У меня закончилась подводка для глаз. И мне вот прислали новую. Новую. Жидкая подводка для глаз. От ТФ. ТФ. И должна быть тут еще тушь, которую я ждала попробовать. Вот она. Вот. Ладонин. Ну как-то так. Чем-то кажется, что потертая. Вот видите, да, вот что вот здесь и вот это, потому что она как-то потерлась, я не знаю. Будем надеяться, что все новое. Так, далее.
Далее у меня подошел к концу, закончился. Как же ж он не открывается? Вот так. У меня закончился как раз спрей от Блискур. Вот, и мне прислали новый, классно, я так рада, как раз я такой не пробовала, здесь написано, что будет объем и восстановление, ну, главное, объем, да, но фиолетовый я не пробовала, будем пробовать, спасибо огромное, вот, тушь как раз у меня подсыхает. Больше всего, конечно же, я ждала эту палетку, потому что никак себе не могу купить тени. Вот. Не доходят руки финансовые. Финансовые руки. И вот она мне пришла, палетка. Так. Вот. Запечатано 25 оттенков. Палитра теней. Подходит для дневного, вечернего, свадебного макияжа. Вот. Тоже все поцарапалось, но оно понятно. Сейчас будем открывать ее. Две кисточки. Одна такая растушевочная есть. Но, ну, нет, мягкая, в принципе. Вот это придавленная одна, но это ничего страшного. Так, очень много блестящих, да, шиммерных оттенков, темных очень много кто любит, такое большое зеркало, так что вот так вот, спасибо огромное, я очень рада, мне очень приятно, спасибо за подарок. Канал девушки оставлю внизу под видео, переходите в гости. Я в свою очередь, блин, макароны типа купила, первый раз макароны, гарантия качества, геопростор, все здоровые. Это я же жарила баклажанную икру и вот к ним макаронам, с макаронами. Купила себе поджопник, прямо в смысле того слова, такую вот подушку под жопу. Вот. А вот тут она такая, как... Не знаю, фу, воняет, надо ее пасть на стирку. Она как, блин. Блин, господи, бархатная, что ли. Такая вот подушка. И, собственно, зачем я ходила? Это постельное белье. Купила еще одно, потому что то, которое купила, понравилось. Выбрала вот этот оттенок. 3 часа выбирала, естественно. Вот. Так что, вот. Распродажа 500 рублей. Поэтому очень дешево, я поэтому пошла за еще одним набором, полторашку взяла, естественно. Кстати, был оттенок такой же, который я купила, ну, расцветка, не стала вторую брать, хотя можно было, чтобы тогда получилась бы двуспалка такая шикарная. Уж я не знаю, будет ли у меня на подушках вот такие надписи, надписи я терпеть не могу. Вот, и еще я полосочки не очень люблю, но я их приемлю, если они, их мало, вот так вот. Вот, цвета. Единственное, что здесь как бы сама ткань такая плотная и как-то вот, она такая твердая, знаете, поэтому это может быть. Вот, ту не могу показать, ту постирала, ничего, краска не слезла. Что ты делаешь, Брюс? Что ты по коробке жрешь? Вот, так что сейчас это тоже буду стирать. Там у меня уже высохло. Вот. Не знаю, мне так нравится. Посмотрите, какие красивые. Я вот тупо стирала вообще. Получается 40 градусов или 60, даже не помню. И полоскание. И вообще я ничего не облезла, не полиняла. Ну, я пошла, я думаю, на следующий день сегодня я пойду еще куплю одну. Там уже мало, там уже выбора не осталось, потому что их разбирают. Еще зашла на из Иваново, приезжали, привозят постельное. Там такая очередь была бабулек, что я не встерпела и ушла оттуда. Брюс! Будем прощаться с девочками, Брюс! Скажи, девочки, пока! Пока, мои девочки! Пока, мои сладкие девчули.
Скажите, ставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну все, пока-пока.